В обиходе, пожалуй, каждого жителя нашего города популярны такие обозначения, как старый и новый район. Они не имеют официального статуса и появились тогда, когда началось активное освоение заречной части города. К тому времени уже существовало множество топонимов, появившихся из народа. Например, «Веселые вдовы». Так называют несколько типовых девятиэтажек на Бессарабенко. Есть мнение, что свое название дома получили из-за того, что в эти малосемейки в советские годы переезжали одинокие женщины преклонного возраста. А для того, чтобы подзаработать прибавку к своей пенсии, занимались в домашних условиях изготовлением некоторых горячительных напитков, которые, кстати, пользовались популярностью у соседей. Вот таким простым образом вдовы стали веселыми. А весь близлежащий район носил название Шанхай, потому что в те годы был самым густонаселенным в городе. Построенные в 70-х годах три дома по улице Шверника получили название Бастилии. Тогда они очень выделялись из общего архитектурного рисунка Сарова и в первую очередь своими размерами. Каждая многоподъездная девятиэтажка рассчитана на 144 квартиры. У нас в городе вот эти строения, они поражали своей массивностью, вот такой большой громадой. И, естественно, вот жители города придумали ему такое название, как Бастилия. Один из самых последних топонимов жители города придумали для новостройки, которая расположена на пересечении улиц Музрукова и Советской. Назвали этот многоподъездный девятиэтажный дом «Ласточкино гнездо». Своей конфигурацией архитектурной. Вот он как раз напоминает берег реки с большим количеством норок ласточек. Все эти народные топонимы – часть уникальной культуры нашего родного города. Но далеко не все такие обозначения со временем приобретают статус официальных. Но в любом случае у жителей есть возможность внести вклад в формирование истории своего родного края. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.